الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Когда ты принимаешь решение дать кому-то милостыню, ты должен использовать свой ум. Только так в результате своих действий ты сможешь заработать максимальное количество хасанатов. Будь с нами в этом путешествии. Мы приехали в Камбоджу. Мы искали сирот. Ездили по бедным деревням и отдаленным районам. В это время мы обнаружили один сиротский приют, который представлял собой школу и мечеть. Мы рассмотрели, в чем нуждается этот приют, и оказалось, что у сирот две проблемы. Первая связана с их сном, а второй я расскажу немного позже. Что касалось сна, то бедняги спят на полу. У сирот нет кровати или хотя бы матрасов. Здесь вопрос не просто в том, чтобы им было помягче спать. Нет. Мы находимся в тропическом регионе, вокруг джунглей и леса. В любой момент, когда они спят, к ним могут зайти разные виды ядовитых пресмыкающихся. Субханаллах, эта змея была всего в 2 метрах от меня. Она меня чуть не укусила, но Аллах спас. Видимо, в этом районе очень много змей, нам лучше уехать. Но, субханаллах, как эти люди живут среди них? Я-то думал, что здесь безопасно. Но дети живут вот так, среди змей и скорпионов? Это нелегко. Если бы отец этого сироты был жив, он бы заботился о нем, заключил бы в свои объятия и не допустил бы, чтобы что-то причинило ему вред. Но сейчас сирота не находит этой нежности и заботы. Он живет в приюте. Мы не можем порицать и смотрителей приюта. Они действуют в рамках своих возможностей. Поэтому наша команда, работающая над передачей, решила, что лучше всего купить для сирот кровати, так как польза от них была бы продолжительней. И они бы оказали значительное влияние на их жизнь. Мы вернулись в столицу в поисках подходящих матрасов и лучших кроватей. Несколько благодетелей пожертвовали деньги на необходимые вещи. Но этой суммы не хватало на всех сирот. Мы пытались торговаться о цене и купить как можно дешевле, чтобы хватило всем сиротам. Каждый раз, как продавец сбрасывал нам цену, мы получали возможность купить еще одну кровать для другого сироты, который иначе должен был бы спать на полу. Продавцы удивлялись нашей настойчивости, когда мы с ними торговались. Мы продолжали давить на всех продавцов, пока не остановились на лучшем товаре по лучшей цене. Это идет вместе с ней? А, она отдельно продается? Почем? Мы были в предвкушении радости сирот и их удобства. Еще до того, как грузовик привез все матрасы и подушки, когда мы прибыли, среди сирот начали распространяться улыбки. Конечно, для начала они не могли не поиграть со своими новыми вещами. Иногда у них это получалось очень неловко. Когда ты видишь эти улыбающиеся лица, ты чувствуешь, что твое сердце тоже улыбается. Действительно, отдавать гораздо приятнее, чем брать. И лучшее пожертвование не денежное, а моральное. Когда ты даришь им радость, даришь им счастье, даешь им безопасность. Безопасность от этих насекомых, змей и скорпионов, которые раньше кусали и жалили их. Сейчас у них есть кровати, и они счастливы. Благодарю всех, кто пожертвовал на эту передачу и на это дело. Благодарю вас всех. Наступило время намаза, и мы отправились в мечеть, чтобы помолиться там. В мечети мы увидели нечто необычное. У них в мечети не было ковров или хотя бы одного маленького коврика. Молящиеся сироты делали намаз на гладком полу. Да, это вторая проблема, о которой я вам упоминал. Но также это был и другой шанс для нас принести им постоянную пользу, а не временную. Кафель очень твердый. Представь, что ты делаешь земные поклоны на кафельном полу кухни у себя дома. Это тяжело. У тебя будет болеть лоб. Будет неудобно, даже когда ты будешь сидеть на ташахуде. Тогда некоторые наши братья предложили предоставить им ковер.
и дарители решили покрыть коврами часть мечети, примерно треть, этого хватит для живущих в этом приюте сирот. И, конечно, сироты не могли не поиграть чем-то новым, что входило в их жизнь. Невозможно описать радость детей, когда они пробуют эти ковры. Раньше они никогда не делали намаз на таких коврах. Уважаемый брат, уважаемая сестра, один человек пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, жалуясь, что у него ужесточилось сердце. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Погладь сироту по голове и накорми бедняка. Клянусь Аллахом, вид того, как радуется один сирота, даже если ты смотришь это по телевизору, приносит счастье и нежность в твое сердце. Так что бы ты почувствовал, непосредственно участвуя в радости и счастье сотен сирот? Клянусь Аллахом, это отличительное чувство. Я мечтаю, чтобы каждый из нас вкусил его хотя бы раз в жизни. О Аллах, осчастлив наши сердца. О Аллах, раскрой наши груди. О Аллах, я прошу Тебя ввести милосердие в наши сердца. О Аллах, помилуй всех сирот. О Аллах, помоги им и замени им то, что они потеряли. О Аллах, я прошу Тебя посредством Твоих прекрасных имен и наивысших атрибутов сделать праведным наше потомство и наших детей. Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных. О Аллах, собери нас вместе с нашими отцами и матерями. О Аллах, собери нас вместе с нашими женами и детьми. О Аллах, собери нас вместе с нашими братьями и родственниками в райских садах и среди рек, на седалище истины, возле всемогущего властелина. Я прошу Тебя Твоими прекрасными именами и наивысшими атрибутами сделать нашу встречу с любимыми для нас людьми в высшем фирдаусе, вместе с пророками, правдивейшими, шахидами и праведниками. Я прошу Тебя, о Аллах, Твоим величайшим именем, которым, если вас зовут, Ты ответишь на мольбу, и если попросят, Ты ответишь на просьбу. О Аллах, я прошу Тебя даровать нам наслаждение от взгляда на Твой благородный лик и тоску по встрече с Тобой, без горя и обманчивой смуты. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.